нет, никогда не общались. А он к вам как депутат приходил? Никогда, никогда. Только потому, что дети учились в этой школе. И я так вот стала. Конечно, наша неграмотность. Мы люди, нельзя назвать, что мы не активные здесь. И есть актив определенный в нашем районе. Ну вот, депутата мы не видели. И не обращались, конечно, может, виноваты. Ну, по крайней мере, он должен быть инициатором встреч, приезжать, появляться, разговаривать с кем угодно.